Доброе утро всем. В общем, мое утро начинается всегда с весов, каждый божий день. Так как сегодня мы садимся с вами на диету, кто со мной, поднимаем ручки и пишем комментарии. В общем, вся правда, я ничего не скрываю. Встаем на весы и... Сейчас. У меня, кстати, эти весы были, они там мерили все подряд, а сейчас что-то уже ничего не мерят, ничего не это. В общем, вот. Что, чего я хочу? Я хочу 80. Вообще, в последнее время я весила 83. И там мне нравится этот вес. Вот. Никакие, вот я сейчас сразу скажу, никакие рекомендации, никакие там вычеты, никакие там вообще советы, мне, я не слушаю, не читаю там соотношение веса, роста, мне это все по барабану. Я худею по своему самочувствию столько, сколько я хочу. Для меня оптимальный вес 80, вот 83 килограмма, это... Мне нравится этот вес, я не вижу себя толстой, я не вижу себя худой. У каждого телосложение разное, поэтому я в 70, когда весила 74, я была очень худа, у меня вот это все вот выпирало. Я всю жизнь худею, друзья, я всю жизнь худею, толстею, всю божью жизнь. Я свой организм знаю от и до, от чего он толстеет, от чего он худеет, поэтому все эти... нутрициологи или еще кто-то мне не нужен, потому что я сама все прекрасно знаю. Тот, кто всю жизнь худеет и толстеет, и это знает тоже свой организм. Поэтому я сама все прекрасно знаю, от чего мне худеть. Я могла бы потихонечку, помаленечку, я весила 85-100. То есть, видите, полкило я сбросила. Ну, полкило чуть больше, чуть меньше, там в зависимости. Знаете, сходите вы в туалет, не сходите. В общем, короче, дело к ночи. Иду я краситься. Начинаем с вами сегодня худеть. Вот, поэтому я ни от чего не отталкиваюсь. Только от своего пожелания, только от своих, от своего самочувствия. И все, больше мне ничего не надо. Если я похудею больше, у меня вся моя кожа. Я и так, когда похудела на 25 килограмм, у меня вот это вот все вылезло, все морщины, все упало. Если я еще похудею, то у меня вообще будет кошмар. Ну, нам же хочется не просто быть худой, но и выглядеть нормально, правильно? Руки, все, это 18, все подтягивается, все, потому что я худела, и 18 тоже на 20 килограмм. Нигде ничего не обвисло, все подтянулось, вот тело стало замечательным. А когда тебе уже под 40, то у тебя ничего не подтягивается, у тебя только от все это отвисает. Зачем нам, чтобы все, у меня и так немножко виснет рукава, например, ой, рукава, руки, ну это да, как рукава уже стали. Живота как бы как такового у меня особо никогда не было. Вот что с проблем с животом, слава богу, у меня нету. У меня попа такая хорошая, красивая, у меня есть талия, у меня все, тити мало. Вот, но они тоже не хотим, чтобы совсем они прям вот так вот. Поэтому зачем? Без фанатизма, потихонечку, помаленечку, все делаем, как вам нравится. Не отталкивайтесь, если, конечно, если вы не можете есть, потому что для того, чтобы похудеть, нужен стимул, такой конкретный стимул, он у меня есть. Поэтому идем к цели, и все. Если вы не можете, у вас есть сила, у вас есть воля, но нет силы воли, то тогда да, вам обратиться к профессионалам, все дела. Мы, кстати, к профессионалам ходили, муж когда худел. Вы знаете, он ходил, ему выписывали диеты, там какие-то порошочки. Я так посмотрела на эту диету, думаю, и нахрен мы? Говорю, слышь, ты, говорю, я тебе такую же диету могла бы замочить, только бесплатно. И мы эту затею бросили через месяц. Вот, и все. Поэтому все сами знаем. Все сами. Потихонечку, помаленечку, без фанатизма. Но я, конечно, я за эту неделю просто хочу быстро скинуть, скажем так. Поэтому будут такие вот жесткие меры, скажем так. И все. Пошла я краситься. Сейчас приду, чиститься. Отметимся. Да, в моем блоге. Чиститься.
Класса. Мама как топила, глянь. Мама включила третью скорость. Сюда. Смотрите, как она втопила. Тун-тун-тун. Иди, повернись, вперед. Тебя снимают, мам. Скрытая камера, вот какая у нас мама красивая. Не надо. И так красиво. Мне вышло как милирование, да, красиво, красиво, мам. Все, мы отметились. Ольга у нас не любит сниматься. И все в телефоны, все. Вот так мы и общаемся. У меня на работе просто нет этой кавертуры, этой связи. Вот они. Мама, будьте. Оля, а ты куда? Мама, аккуратней, машина, мама. В общем, едем, мы управились. Поработали. Мам. Осторожно. Да вижу я, говорит. Я уже дома. Сейчас будем готовить с вами чудодейственный суп, который вам помогает похудеть. Этот суп у нас, знаете, была как... Сейчас покажу, что нужно. Луковица, помидор, перец болгарский, морковка, капуста и, как говорится, продукт звезда, сельдерей. Вот. Все это нарезаем как вам угодно, кубиками, полосочками, в общем, чем хотите, тем и так и режьте. Вы знаете, лет 20 назад мы с подругой на работе, в общем, решили похудеть и нашли диету такую вот с этим супом. Смысл заключался в том, что этого супа можно было есть сколько вы захотите. Вот вы захотели есть? Суп этот ешьте, едите. Ну, там помимо этого супа был первый день одни овощи, опять тоже количество, там все выписано, написано. Второй день фрукты. В общем, диета полноценная такая, знаете. Но вот главная фишка в этом супе, потому что сельдерей, он на его переваривание уходит больше килокалорий, чем он сам содержит, да. И поэтому его, сельдерей, нужно лопать в любом количестве. Так, я натру морковку. Но вы не думайте, что вы его съедите дофига и больше. Он на вкус не очень. Ну, обычный суп, только у сельдерея у него же такой вкус специфический, скажем так. Вот. Но я не буду придерживаться этой диеты, поэтому я сама на себя буду. Сама знаю, что мне надо, что мне не надо. Ты скажи, что тебе надо, может там, что ты хочешь. Поэтому наварю себе кастрюлю на неделю. Ужин захотели, хопа, супчика нахлебались. Мы, конечно, с подругой, я худела 20 килограмм с лишним, и быстро мы с ней похудели. Мы на работе прям здорово, я помню, работала неделю через неделю, ну и дома тоже. Мы потом на этот суп даже смотреть не могли, не то, что там что-то. Ну а куда деваться? Хочешь, как говорится, быть здоровой и красивой, надо худеть. Ты скажи. Сейчас ехали сюда. У нас, я вчера в Фейсбуке же вычитала, что везде контроли будут. Именно машины проверять, все ли в масках. Но мы едем сейчас. И правда, контроли стоят везде. Вот, я такая девчонка, в масках. Поворачиваюсь, они в масках-то, в масках. И никто не пристегнут. Ну, ядрит Мадрид, говорю. Вас сейчас оштрафуют нахрен. И будете знать. Зато в масках. Всю дорогу, главное, мы ехали без масок, обмотрели, надели маски. Ну ладно, если так должно быть, то ладно. Ладно, в общем, я режу все это. У меня будет и на второе. Так что хлеб, естественно, никакого хлеба. Он у меня, кстати, один кусочек там остался. Ну ничего страшного. В общем, я вам сегодня вот, если раньше не показывала, там, например,
Там я съедала мороженку, знаете, сырочек с чайком. Блин, а у меня еще остались, смотрите, арахис в шоколаде. Я вам сегодня покажу вот прям все, что я съем за целый день. Чаи буду пить, чаи, так как они без сахара, то почему бы и нет. В общем, воды буду дуть. Ах, жизнь моя же вся. Ну нет, я, знаете, если я настроюсь, то все нормально. Главное мозгу дать понять, что жратвы не будет. И все. Но самое главное, это стимул, друзья. Если нет стимула, ничего ни хрена не получится. Ради чего вы это делаете? Нужно знать, ради чего вы это делаете, понимаете? И поэтому... И ради вот должно быть что-то такое вот, такое вот прям веское, ради чего вы будете делать. Пришла домой, представляете, Чарли нигде нету. А тут ветер небольшой, комната полузакрыта. Думаю, блин, трындец, капец, где есть-то? Зову его, зову. А он наверху загорал. И сейчас опять туда ушел, кстати. Он любит такую погоду, когда, знаете, не жарко, не холодно. И вот он там кайфует на террасе. Пришел, сожрал вкусняшку и ушел. Вот так вот. Ладно, буду резать. Ох, как меня напоминает этот запах мою молодость. Я добавила любые приправы, какие вы хотите, потому что приправы это что? Это трава. И соль. Соли, конечно, желательно поменьше, но он и так невкусный, а не соленый будет вообще труба. Так что посолите по вкусу. И варить, знаете, не так, чтобы тюря-тюря была, а чтобы он такой был как бы полухрустящий, скажем так. Ничего так, ничего. Так, ну а на второе у меня, друзья, я вчера достала куриную грудку и замариновала ее в лимоне со специями, со всеми делами, вот с чесночком. И сейчас я это обжарю на сухой сковородке. Ну, чуть-чуть масла ливану, чтобы было так это... Сковородка вот на... Чуть-чуть совсем, две капли буквально. И вот такой будет у меня обед. Сейчас все покажу. Вот так вот маслечко ливанула. И вот так специями вниз делаем курочку. Такая вот у нас будет курочка. Друзья, вот что я буду сегодня есть. Это целый день. Ну, может быть, на ужин верну тарелку супа. Напоминаю, суп можно есть сколько хотите, потому что в нем только витамины. Сейчас вот курочку съем, потом я на полдник съем манго. А на десерт будет у меня яблоко. Как-то так. Так грустно мне! Мне так грустно на это смотреть! Так, у нас все получится с вами. Обязательно. Еда это не главное, еда это не главное, еда это не главное. Вчера перед сном, сейчас же какая это, темпурада, скажем так, сезон. Сейчас я вас подальше уберу. В общем, как это сказать, с лета на осень переходим. И я вчера ночью, кстати, надо посмотреть, может быть, я на шкафу. Лежала такая и думала, у меня одно платье есть, типа как вот лапши, знаете, и я что-то не вспоминаю, где оно. Потому что сейчас оно такое 3/4 рукава, но тут его точно нет в шкафу. Вот, и думаю, где же оно у меня есть, вот.
Сейчас что-то я тоже про него вспомнила. В общем, буду искать. Сейчас найду, вам покажу. Нашла платье. И вот на парочку уже вот такое вот демосезонное. Вот такое платье. Оно с разрезами, как лапша. Такое, в общем, суперское, классное. И именно вот на такое время. А есть такое же, но уже на зиму. В общем, два платья нашла. Вот как в магазин сходить, знаете, с прошлогоднего платье, с прошлогоднего года, прям как в магазин сходить. Вот такое тоже есть платье. Вроде как оно и старое, но новое, потому что целое лето не носилось. Как-то так. Вот представляете, чем я занимаюсь ночами? Думаю о разных платьях. Ну, это чтобы мысли разные не гонять, плохие. Я вот вспоминаю, что надеть, что поддеть. И вот что-то думаю, а где же у меня это платье? У меня там, оказывается, разных много платьев, но этим пока еще рановато. Пока еще рано. Приходил почтальон, видимо, и оставил посылку. Это маски я покупала. А что мне в этом не оставил? Знаешь, почтовый. Даже никто не позвонил, ничего. Ну ладно. Хотя, в принципе, мне приходило уведомление, что это мусор, у меня тут пластик. Ой, я вот так часто ключи оставляю еще в двери. Мне пару раз уже соседи говорили, что ключи в двери. А также... утром просыпалась, думаю, блин, где мои ключи? Искала, искала, пока до меня не доходило, что они в двери. У нас спокойно, тьфу-тьфу. Поэтому все нормально. Ну-ка, надо открыть. Ту маску купил за 5 евро. Тут 10 у нас за 5 евро. Здесь вот 100. С печатью, со всеми делами. Потому что, походу, это дело движется. Будет длиться долго. Всякие эти пандемии. Смотрите, все обтекаю. Несмотря на то, что на улице. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Чарли, удобно? Нормально, да? Видите, он когда ходит по пыли, у него так глаза слезятся. Вот. Думаю, куплю 100 штук масок, и пускай они лежат, потому что вот когда куда-то ходить, муж пользуется этими масками. Чем покупать за 5 евро 10, уж 100 штук купите сразу. Вот такие вот дела. Ой, обтекаюся. На улице, говорю, прохладно, но я хожу быстрым шагом. Часы сдохли, надо их сейчас пойти поставить, заряжаться. Чучи, ты когда петь начнешь? А? Чучи, пи? 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 Чучи, пи? Пип! Видите, он тоже со мной разговаривает. Пип! Вот. Со мной все разговаривают. Все животные. Птички. Видите, сейчас не пипикает. Чарли, Чучи. Пип! Пип!
Вот. Пип! Пип! Пойду сейчас чаю попью. Фруктового. Мой ужин, друзья. Супчик и чай. Чай, чтобы уснуть. Вот, успокаивающий и супчик. Ну все, друзья, вот и приходит наш день к концу. Супчик свой в холодильник поставлю. Вы знаете, есть не хочется, поэтому прорвемся. Главное настрой. Правильно? Всего самого лучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.